Привет, друзья! Мы с вами на пасеке «Медовый сад» и очередное видео про колоду. Вот, у меня в гостях сейчас коллега мой пчеловод Роман. И вот мы с ним вместе сейчас полезем в колоду, потому что вчера у меня на пасеке была экскурсия небольшая, то есть приезжали ребята, я им показывал колоду, и, к сожалению, мы увидели, что языки, которые снимали в прошлый раз, которые оттянули пчелы, которым я так радовался, оборвались. Вот, языки упали на планки, которые в середине колоды, и сейчас будем открывать эту колоду и смотреть, что там, потому что без нашей помощи пчелам будет тяжело с этим справиться. Вчера мы увидели, что тут не все в порядке. Вот, и надо помогать пчелам. Будем, наверное, разбирать сейчас завалы. Думать по ходу, что там делать с этим делом. Потому что там, конечно... То есть язык вот один висит, а вот с этой стороны все обрывалось. Раз, два, три. Три или четыре языка рухнуло вниз. Причем они с засевом, с расплодом, с медом, вперемешку все. Сейчас будем разбирать. Вот этот вот кошмар, будем пчелкам помогать. Вот, к сожалению, вот в дикой природе, наверное, они бы погибли, потому что самим им разобрать такое, естественно, ну никак. Так, девчонки, давайте, сейчас я вам помогу. Подождите. Не злитесь, не мешайте. Сейчас я попробую достать. Оп. Ах, прям. Они с медом? С медом совсем. О, какой здоровый язык. Так, вот один язык мы вытащили. Так, и там еще. Еще не один. Кошмар, да? Да, завалило. Завалило не то слово. Завалило. Сколько работы пчелиной коту под хвост. Вот даже не знаю, что с этим делать. Грустно. Грустно, да. Грустно. Ну, природа. В природе это могло случиться. Да, и все. Как бы в природе что-нибудь, что им делать? Ничего не поделаешь. Оп. Даже вот, честно говоря, не очень понятно, что делать с этим. Потому что здесь и детка, и... Ну, это все, это никуда ты, это ничего ты с этим не сделаешь. Так, давай еще посмотрим, что внизу мы имеем, да? Потому что нижний я вообще ни разу не открывал. Сейчас глянем хотя бы. По идее, там ничего пока не должно быть, но мало ли что-то провалилось вниз. Тоже, видишь, сделано как. То есть снизу мы ее выдвигаем, и она открывается. Ручку я еще хочу приделать. Угу. Ну вот, не зря открыли, потому что здесь тоже такие остатки, вот, да? Остатки, кусочки, они тоже им не нужны. По идее, они потом застроят и нижнюю часть. Ну да, должны, по идее, да. Там, видишь, на донышке. Но они строят сверху вниз. Да? Ну, конечно, сотый. Да. Они строят сверху вниз, как тут реальное дупло. Сейчас мы закроем, чтобы уже их не беспокоить. Ну все, значит, этих закрыли. Ну, здесь вот, еще раз, Ром, покажи, вот такая вот беда. Да, постигла. То есть здесь вот и расплод, и вот вверх был, здесь медом уже залито в перемешку с пчелой. Вот, что-то, может быть, мы даже сейчас заберем, попробовать медок. Но здесь как бы даже непонятно, что забирать, потому что все вперемешку. Да. Ну все, такой вот грустный повод. А вам отличного настроения, крепкого здоровья и до новых встреч.